Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед вами телефон iPhone 12 mini. Сейчас я покажу вам, как на этом замечательном устройстве выполнить заброс словаря клавиатуры. Итак, вначале вам нужно зайти в приложение «Настройки». Затем спуститься немножечко вниз и выбрать пункт «Основные». Затем спуститься опять вниз и выбрать пункт «Сброс». Затем нажать «Сброс словаря клавиатуры». «Сбросить словарь клавиатуры». Нажимаем «Сбросить словарь». Все, словарь успешно сброшен. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч!